Поводу. Так, ну что? Куда ведет? Туда. Хорошо. Блин, да вас тут сколько? Давайте между собой, да. Да. Молодец. Ух ты, блин. Ни хрена у него. Это чем это ты меня так шатал-то, а? Гнутым прутом, охренеть, поперек рожи мне дал. Мне почти все жизни отнялись. Так, давайте сохранимся. Потому что сейчас нас, походу, какой-нибудь психопат прибежит и убьет тупо. А, птичек бы. Так, идем опять в служебное помещение. Здесь у нас что? Здесь у нас, я вижу, дверь, которую можно, похоже, сломать топором, да. Точно. Так, потихоньку продвигаемся вперед. Лифт power off. И сейчас мы, похоже, включим лифт. Только сначала надо найти пожарный топор. Ну и так, по-хорошему, аптечки бы не помешали, а вот они как раз. Хоть что-то. Так, идем дальше. Здесь, похоже, кроме этого ничего не было. Да-да. Keep out. Будем иметь в виду. Так, что у нас здесь? Какой-то, блин, сервисный лаз. Туда я, честно говоря, пока не хочу, но, видимо, придется. Потому что выбора у меня особого нет. Так, что такое тут? Открылась дверь, и как минимум одного врага я вижу. И он прячется. Так, ну что, один враг, что ли? Вы, блин, не подходите ко мне, психопат. Нате, табло. Втащил. Давайте подлечимся. Какие-то слабые пареньки были. Тот меня в одиночку, блин, чуть весь этот... все жизни отнял. Здесь парочку в легкую. Ну и ладно, так, что дальше? Топора тут нигде нет, я смотрю. Если, конечно, я не проглядел его. Так, ну опять лаз. Видимо, выхода у нас нет, давайте спрыгнем. Так, потихоньку идем. Что-то мне не нравится этот коридор. Ага. Какого хрена там творится? Блин, да там просто бытовуха какая-то прет. Как говорится, подрались на бытовой почве. Че, дурак, что ли? На тебе, арматуренный.
Ничего, нате. Готовенький. Так, ну и что, где же мне взять-то пожарный топор? Что-то я кругами уже начинаю ходить. А вот же он, блин. Чё ж я проглядел его? Ну, теперь заживем с пожарным-то топором. Так, тут все понятно. Возьмем вторую аптечку, если можно. Нет, нельзя, жизни полные. Возвращаемся. Так что больше нет пациентов. Я себя прямо ощущаю, как Джек Николсон в «Сиянии». Тоже так, с топором дверь. Холяк так. Ага, понятно. В этот раз, надеюсь, меня током, да, не дернуло. А это что за херь проползла? Непонятно. Так, и что дальше? Нам теперь, видимо, надо наверх подниматься. Лифт заработал, а там, скорее всего, куда этот гад убежал, тоже можно теперь пройти. Так, ну что, мы едем на третий этаж. Что у нас на третьем? На третьем у нас, похоже, чердак. Очередная птичка. Так, чекпоинт. Тебя подобрать можно, да. Подберем еще птицу. Бесполезно, но ладно. Дают, берем. Ух ты, блядь. Блин, нет, в наушниках в эту игру тоже стрёмно играть. Так, что у нас здесь? Ух ты, блядь. Из-за угла, гады. Тишкуются сначала. Топором не хочешь? О, как ему прям по голове попало. Еще один. На тебе, висок. Ух ты, бляха, муха. Вот тебя-то мне точно не хватало. Я надеюсь, не все патроны потратил. Тихо, парень, тихо. Чё у тебя с рожей-то? Блин, там аптечка сзади, по-моему, была, да? Или я ее сожрал уже? Да, сожрал. Это печально. Давайте хотя бы сохранимся и посмотрим. А, вон аптечки. Что ж я не смотрю по сторонам. Ну, хоть так уже хорошо. Так, сколько у нас тут? Целых 5 патронов. Кто там шевелится? Так, что у нас по толчке? Ничего. Тут засрал стену только.
Так, уже не шевелится. Так что, скорее всего, спрыгнул и где-то ждет меня с трубой наперевес, чтобы по темечку стукнуть. Так, ну я понял, что они туда ведут. Тут пока что как прямой, как кишка, маршрут. Свернуть все равно никуда не получится. Так. Братью не убежал. Ух ты, блядь! Сука. Ладно, хоть не выстрелил. Твою мать, а? Обосраться. Да, бля. Что-то кошмар какой-то творится. То ли я такой впечатлительный, то ли, блин, она реально стрёмная. Так, ну давайте подвинем его. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, что это у нас подвисло? Сохранение опять. Блин, на себе тут фоток было. Ну, сейчас тут, похоже, ничего нету. Ага, ну тут он и проявлял. А вот мы пришли, да, это напротив нашей хаты. Так, отпечаток. Сфоткаем, отправим. Не понял, а поняла, что за переводчики. Тут что? Птички. Хорошо. Тут ничего. Тут фотки мои. Зачем же нас фотографировали? Непонятно. Ну, собственно, похоже, нам пора отсюда уходить. Куда-то вон туда. Или нет? А, проявочная. Так, погодите, давайте подальше отойду, чтобы все в кадр поместилось. Хорошо. Кто-то собирает газеты, газетные вырезки обо всех маньяках в городе. Так, там нас, видимо, ждут. Но мы неплохо подготовлены, у нас есть помповик. Так что... Твою дивизию. Ой, блин, что происходит? Да, тут нас стошнило. А там эта скотина, надо его поймать. Это, видимо, он нас... Ну, в какой еще игре можно блевануть с видом от первого лица? Не правда ли? Так, двигаем. Сколько у нас? Три патрона. Печально.
Так, идем на свет. Что у нас тут? Какие-то парты. Столы офисные. Или что это, непонятно. А, и мы на втором этаже. Это станция метро. Вон он, скотина, бежит. Вон он, вон он. Идем за ним. Вот ябись. Еще два патрона. Не забываем об этом. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Так. Ну и все. Фу, хера. Что происходит? Ну ладно. Окна целые, птиц нет. Видимо, показалось. Ты как, живой? Не особо. Так, ну все, мы прошли эту главу. На этом, я думаю, пока прекращу. Увидимся в следующих видосиках моих. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь. Всего хорошего, пока. И спасибо за просмотр.